Здравствуйте, дорогие друзья! Для вкусного и сытного начала дня с чашечкой чая или кофе рекомендую приготовить бутерброд с пастой или намазкой, с тунцом, овощами и авокадо. Овощи я все подготовила заранее, чтобы не занимать ваше время. Это у меня тунец. Помещаю его в миску, измельчаю его. Авокадо разрезаю на две половинки. Вот такое оно красивое. Ложкой достаю мякоть одной половинки и разминаю вилкой. Получается вот такая зеленая паста. Чтобы авокадо не почернело, косточку нужно оставлять и просто накрывать пленкой и отправить в холодильник. Здесь у меня половина репчатого лука, зеленый лук, петрушка, две маленькие редисочки и немножечко огурца. Семена удаляла и мелко нарезала. Редиску натерла на крупной терке. Помещаю все в миску. Солю. Немножко перца добавляю. Лимонный сок. Майонез. И немножко горчицы. И все перемешиваю. Если паста будет сильно густая, можно добавить майонеза. И обязательно пробуем на вкус, при необходимости корректируем соль и перец. При желании можно еще добавить немножко лимонного сока. Паста готова. Теперь можно использовать либо хлеб, вот у меня из цельнозерновой муки с зернышками, либо вот такие сухарики. Вот они такие с обеих сторон. На них тоже можно намазать пасту. Эти сухарики такие вкусненькие, они такие хрустящие, тоже из цельнозерновой муки. Очень рекомендую приготовить эту намазку. Она отлично подходит и на завтрак, и на перекус. Благодарю, что смотрели видео. Жду ваше мнение в комментариях. Всего вам самого доброго и до следующего вкусного видео. Всем пока-пока!